Открытый фестиваль «Серебряный олень» продолжается. В номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительное искусство» принимают участие воспитанники центров детского творчества, дополнительного образования, любительских студий и кружков, а также свободные художники. Почти 6 часов члены жюри оценивали работы. Любая работа живописная, ну вообще любое искусство, оно сначала цепляет человека, да, оно цепляет душу, и мы на это обращаем внимание. Дальше мы начинаем рассматривать, на каком уровне работа выполнена. Там и композиционное решение, колористическое решение, да, насколько гармонично цвета в этой работе смотрятся. Свои работы на суд компетентного жюри представили участники в возрасте от 5 до 35 лет. Номинации делятся на несколько возрастных категорий, в каждой из которых свои победители. Определить их оказалось делом непростым. Подводя итоги, члены жюри признаются, уровень работ настолько высок, что выбрать лучших сложно. В этом году впервые в одной категории два гран-при. Уровень работ участников настолько высок, что наше уважаемое жюри дает свои рекомендации по участию многих работ во всероссийских и международных тематических конкурсах. Из-за ограничений ввиду пандемии ни зрителей, ни самих авторов на выставке не было. Но работы победителей можно будет увидеть в интернете, на порталах Комитета по культуре Одинцовского городского округа и Центра по развитию культуры. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».